Привет, бузатеры. Давайте посмотрим, как на Windows поставить VPN, виртуальную частную сеть. Для примера сайт betternet.co. Здесь вы видите его адрес. Он пишет, что бесплатный. Скорость, конечно, пониже, чем в платных. Платные я находил что-то около 300 рублей. По мне это очень дорого, потому что за интернет люди платят от 300 до 500 рублей. Но если нужно, то можете, конечно, купить. Там можно выбирать страну, неограниченный трафик. Но это в других роликах мы уже рассмотрим потом. Я поискал, конечно, сразу бесплатный. Попался этот Windows 10. У меня 64 бит стоит. Здесь жмем получить. И вот скачиваем. Я его уже скачал. Ставится он быстро, без ошибок, поэтому я не буду это показывать. Вот он стоит, как вы видите. Betternet. Здесь есть кнопка подключиться. Больше ничего нельзя менять, естественно, место, потому что, ну, это бесплатное. Здесь вот премиум, по-моему, то же самое, там около 300 рублей, может быть, даже дороже, я не помню. Это подключение всего компьютера через VPN будет. Жмем. Он пишет, пытаемся подключиться. Личико улыбающееся. Ну вот, все, я подключился. Заходим в тест, спид-тест. Вот адрес speedtest.net. У меня 90 мегабит показывает туда-сюда. Ну, скачивание и загрузка. Скачивание из интернет, загрузка в интернет. Так, пинг, естественно, вы видите, большой. Это не пугайтесь. Обычно он у меня 5-10. Ну, а здесь вот стал такой. Ничего не поделать. Скорость 7 мегабит. Неплохо для бесплатного. Даже 10. Скачивание, загрузка была больше. Вот здесь вы видите, это не уже не мой, конечно, не мое местоположение. Total сервер 172 адрес, можно расширение поставить, чтобы смотреть, как сменился IP-адрес в браузере. Это браузер Opera. Чтобы знать, что он сменился. Ну, в общем-то, если он подключился, то он работает. На всякий случай, конечно, надо проверять. У меня было и больше скорость. Я почему второй раз запустил. Загрузка была и больше. Сейчас просто немножко мне не понравилось, то, что такая загрузка маленькая. Ну, видно, с чем соединишься, смотря. Ну, претензий особо предъявлять нечего. Все-таки бесплатно. И это работает. Так. Ну, что видите, они пишут сайты. Смотреть все можно заблокированные. Защитить свою безопасность и приватность. Ну, вот так она работает. Сейчас я ее выключу. И включу в браузере. Расширение ставится. Ну, также оно называется. Вот здесь оно. Видите, тот же самый значок, но это только для этого браузера. Ну, например, если на весь компьютер не нужно. То же самое жму подключиться. Вот все, он быстро подключился. Настройки, конечно, никакие не работают. Ну, потому что они в платной версии работают, как я сказал. Так, сейчас надо обновить, сжать. Нажмем обновить, чтобы
переподключился он. И сейчас замеряем. Рекламщик мой не нравится ему. Уже было такое. Ну, блокировщик рекламы. Так, ну ладно, давайте я его отключу, чтобы не тормозить процесс записи ролика. А так потом включу обязательно. Это реклама. Странно, я же отключил. Так, здесь я возился минут 10. Тесты скорости не работали, потому что через VPN идет передача данных. Иногда он сбивается. Показывает, что нету соединения. Но соединение есть, сайты открываются. Просто тесты скорости над разные пробовать. Как видите, вот он померил. Пинг 115. Ну, это нормально. Скорость 17. Скачивание 8. Загрузка. Я здесь нахожусь в цифровом океане. Вот этот вот IP-адрес мерил он с Вашингтоном. В общем, все нормально работает. А еще, пока я тестировал, сейчас покажу. Блин, что отлетел. Что он отлетает периодически. Хотя я не нажимал. Вот, он подключился, синенький. Страну можно менять. Оказывается. Так, давайте попробуем. Даже, ну, Россию мне не хочется ставить, блин. Давайте Сингапур, что ли. А, ну, в общем, вот эта ошибка все время. Не буду ролик долго делать. Есть, например, вот еще тест другой я нашел. Здесь ошибка выскакивает. Расширение в опере. OpenSpeedTest.com. Он меряет. 97, ну прям отлично, я не знаю. Разве может такое быть? Так. Исходящий 10. Пинг, ну 16. Так. Ну опять, как вы видите, я типа нахожусь в цифровом океане. Мерил он с каким-то сервером. Не написано даже какой. Пинг 250. Так. А, ну все, в общем. Сайты работают. Так, давайте посмотрим. Карты. Вот он медленно открывается. Но это как бы нормально. Потому что он через